Всем привет, начинаю новый влог. Ребята, знали бы вы, куда мы едем? Мы едем на океан. У нас такая погода сегодня шикарная просто. Ой, солнце так засвечивает. Очень пересвет такой делает. Мы едем в Батурс на океан. Поэтому берем вас с собой. Там, конечно, не открытый океан, а залив. Мы поедем посмотреть на океан. Я быстро-быстро собираюсь и беру вас обязательно тоже с нами. Ехать нам 150 километров в одну сторону, поэтому, конечно, мы с собой будем брать что-то перекусить. Вчера пирожулечки сделала с картошкой и с капустой, в общем. Чуть-чуть пожарила, чуть-чуть печеных сделала. Ну, в основном печеные делала. Хотя нет, половину пожарила, половину испекла. Половину испекла. Поэтому берем чай с собой, конечно же, горячий, перекусить что-то и в путь. Я уже готова. Так, я уже вещи собрала свои, сейчас одеваюсь и направляемся. Все, погнали. У нас 10:15, мы уже на лыжах, потому что ехать довольно далеко. Снега за ночь выпало неимоверно, скажу. Насыпала снега, вон видите, белый сверху, это свежий, наверное, сантиметров около 20 насыпала за ночь просто на ровном месте, скажем так. Все, мы выдвигаемся. Ох, муж готовит машину, а я готовлю себя. Почему я постоянно в этой голубой кофте? Да потому что она теплая, удобная, с капюшоном, походная. Так у меня уже на голове живенько. Творческий беспорядок небольшой. Вот, пока у нас не открылись магазины, я себе новую не покупала. Ну, в принципе, зачем, если у меня есть хорошая, удобная, теплая, классная кофта. Ну, конечно же, я себе куплю что-то новое, поэтому не задавайте вопросы, почему я всегда в голубой кофте. Здесь и капюшон есть, если что, можно и шею прикрыть. Поэтому я ее очень люблю, она везде со мной, и всегда меня спасает, утепляет, и мы с ней, в общем, forever. Заехали на заправку. Вот такая вот у нас сегодня цена на топливо, кому интересно. Ну и вот такая вот погодка. Пасмурно, сыро немного. Ну а мы направляемся в Батурс на океан. Не знаю, куда все делись сегодня, но на улицах практически никого нет. Вот одна снегоуборочная машина поехала. Одна машина снегоуборочная поехала. И так, несколько машин вообще, все непонятно где. Даже в Тим Хортонс никого сегодня. И здесь мы уже вот подъезжаем в город. Я снимаю для вас виды, дома, потому что мне самой всегда интересно наблюдать, как же люди живут, какие у них дома. Я сама первый раз в этих местах, поэтому думаю, что вам
тоже будет интересно в этом видео. Поэтому показываю вам. Не благодарите, наслаждайтесь просмотром. А дальше мы могли бы теоретически увидеть океан, но как бы он там есть практически, но мы, к сожалению, его не видим. Вот сейчас слева и справа это уже океан, но под снегом пока. Приехали. Час 20 мы почти ехали, да? Давай на океан смотреть. Пошли? Посветилось. Прикольно. А тут магазинчики какие-то. Вещи продают. Да. Почему интересно? Мы на территории отеля какого-то. Да, сегодня воскресенье, поэтому все закрыто. Сувенирчики, наверное. Видишь, воскресенье все закрыто. Вот туда выходные. А там уже океан. А мы идем дальше. Красиво. Снимать только забыла. Я думала, включена запись. Тепло, хорошо, я думала, будет сыро, холодно. Да, ну ветрено чуть-чуть. Шарф как раз в самый раз. Я обожаю прогулки по городу. Мы всегда ходим, гуляем улицами, чтобы посмотреть, прочувствовать саму атмосферу города. Куда бы мы ни поехали, это не только достопримечательности, какие-то основные туристические места, но и вот такие вот уютные атмосферные улицы, чтобы почувствовать вообще саму жизнь, сам вкус этого города. Thank you.
Обратите внимание, что есть два входа. Один по ступенькам, это вход в храм. И справа идет пандус для инвалидов, либо же, наверное, тех, кто может быть с колясками, что может прийти. Это вот католический, насколько я понимаю, храм. А вот так вот хотела показать, как выглядят почтовые ящики на улице у нас, например, в городке. Они все находятся в отделении почты, нужно приезжать туда и вот заходить прямо в здание почты и проверять. А здесь вот так вот. Вот он какой. Синий-синий. И лавочки синие. Под цвет. Аквамариновые. Любимки у нас. Угу. На фотке не понять. Пляжик был летом. Классно. Я думаю, здесь песок. Наверное, там, где начинается вода, там уже вода. Это вообще пляж. Можно подходить, думаю, туда. Блин, туда не подходим близко. Да. Ну, там-то неудобно ходить. Пошли. На снегоходах. Это лыжи у них или сноушуз? Снегоступы. А, да, снегоступы. У меня все снегоходы. Небо. Синее небо. Яхты ставят на зимовку. Лодки, катера. А здесь уже залив замерз. Это вот мы буквально перешли через дорогу, через такой лесок и вот попали на другую сторону залива. Как видите, здесь абсолютно все замерзло, вода замерзла. Вот там находится, где я показываю, тоже как бы парковая зона, мостик. А вон там находится в этом здании информационный центр и туалет. Но сейчас, к сожалению, туда абсолютно не добраться, все замело снегом. У меня уже был неприятный опыт, я не пойду на лед. Ты проверяешь там, да? Ладно. Пойду. Вот такая вот толщина снега, 10 сантиметров 40, не меньше, а под ней еще неизвестно какая толщина льда. Ну, видимо, большая. Такие тучи синие-синие принесло. Когда очень хочется в туалет. Да, снег, правда, с голубым. Не знаю, видно, нет? Внутри как с голубым оттенком. Голубенький.
Класс. Такие елочки красивые, все такие одинаковые. Красотки. Плавать здесь нельзя, сильное течение, глубина, но это видно. Че, не вернулась? Ты че? Она летела прям на меня. Так, я ж тебя кидал. Морда бессовестная. Прям в башку. Видно, не видно. Да, по колено, блин, стою. О, не могу. Все, сама. Капец, реально по колено. Надо кинуть. Вот. Сверху. Не написано, что это глубокие снега. Deep water надо писать, еще и deep snow. Ой. Я думала, не вылезу оттуда. А город видно, что большой. Скажи. Да. Классно. Как красиво. Сзади как красиво, контрастно. Серое небо. Туча такая вообще свинцовая. Небо контрастное. И снега куча. Блин, красиво. Очень красиво. Ой! Главное не сойти с дороги. Люди идут, и мы за ними. Мы на крысу проследим. Сейчас мы проследим, куда они идут. Скорее всего, кого-то кормить. Да что, весна же, типа, все птички. Или по ней просто. Так, это рыба скопили. Конечно. Видела. Вот он стоит. Видела, вот он стоит. Ну вот там, смотри, мам. Сделали ему глаза и нос, они синие. Обувь. Ну все, нагулялись. Пора возвращаться домой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И жмите на колокольчик в правом верхнем углу канала, чтобы не пропустить наши следующие приключения. Всем спасибо за просмотр. До следующих видео. Пока-пока.